Всем привет, мои дорогие. Я фотографировалась как-то. Их можно одеть. Их можно одеть. Смотрите. Мой размер, да? Вот так вот интересно. Знаете, каждый день выхожу, но сегодня вышла позже. Людей прибавляется с каждым днем. Может, я рано выходила в первые дни. А сейчас 8 часов. Эти рыбаки возвращаются, видите? Вчера не пошла на набережную, но вечером с детьми вышла в парк. И не хватает, организм привык к движению. Хотя мы с Марей ходили вчера 5000, а вечером уже 10 находить. Ну вот, мои дорогие, сегодня у меня в планах пойти в ту сторону. Там тоже интересно, а то я все на этой заклинилась. А завтрашнего дня посмотрим, будем в ту сторону. А тут что-то открывается, я вам покажу. Сегодня в Грузии День независимости, 26 мая. Насколько я знаю, поэтому, наверное, будет какой-то парад. Видите? Вместе с вами посмотрим поближе. Вот такая вот у нас армия красивая. Какая техника. Видите, как интересно, там стоят они, военные на той стороне. Грузины наши, дорогие. Как-нибудь вечером приду, покажу вам Оленину. Так, что здесь? Здесь Марина Батуми. А, Марина Батуми. Там, видите, дальше порт. Порт дальше. А здесь Дунер. Видите, синий. Это морвокзал. Не буду больше туда идти, надо возвращаться. Такое вот у нас. Тоже приличные катера есть. Нарыбачили, интересно. Это маятник, маяк, маяк. Вот отсюда хорошо виден порт. Надеюсь, в этом видео я вам хорошо показала все Батуми. Ой, мой любимый город. Всем привет, мои дорогие зрители. Я, как всегда, всегда в делах, даже в субботу. Даже в субботу я не отдыхаю. А вот была в банке, получила карту. Мне сейчас надо много карт. Такое зеркало классное, смотрите. На себя можно посмотреть. Ой, какой светомакияж сделала яркий. Ой, все. Нравится. Сколько много кафетерий, смотрю. Ничего внутри не изменилось. Знаете, какой был Батуми, так и есть. Так много ресторанов, то даже когда мы идем... Мой великий блогер, мы ждем, когда наш муж приедет, мужик мой, побудем еще. Но до 15 июня у них здесь школа, поэтому точно до 15 будем. Сейчас сын должен мой приехать. А у нас сегодня такие планы. Я сейчас с мамой... Дочь с маленькими детьми уехала в Боржоми, потому что очень простуживаются.
И вот была такая возможность, отправили ее. А вот трое остались. И я сейчас им делаю программу, да, такую развлекательную. У них 4 дня школы нет. Поэтому они, я с ними. Вот такие дела, мои дорогие. Так что я в Батуми. Да, я в Батуми, и мы сейчас с Марей возвращаемся домой и берем всех, мою мамулю, и идем гулять. Ну а потом я хочу покушать хинкали, угостить своих деток и мамочку. Хинкали будем, да, Мария? Да, обожаю хинкали. Мне бабуля тут раз того спрашивала, сколько хинкали покушать. Я сказала, 5, а не 10. Такая у меня старшая внучечка моя. Сколько туристов здесь, друзья? Туристов в Турции, может, иностранцы, иранцы. Не знаю, очень много. Я ходила сегодня за картой и получила новую банковскую карту. Вантаны здесь есть. Да, вантаны здесь есть. Вот. Они сейчас такую холодину, как можно мочиться? Знаете, прохладно так. Никак не можем мы раздеться. Я столько нарядов летних взяла, а здесь летом не пахнет. Сейчас вот ребенок оделся так. Мой ребенок. Моя девочка сама одела на ходу. Я даже не посмотрела, не обратила внимания. И сейчас вроде бы солнышко начинает припекать. А я вот ноги голые. Хорошо, что длинное платье. Вот такие дела, друзья мои. Добрый вечер, мои дорогие. Дельфинарием начался сезон. Давно он начался. Когда давно? Да и зимой был. Зимой? Да, с Нового года. Дельфины тоже зимой такую холодину, да, выступали. Да. Ну тут же зимы не было, снега не было. В парке столько людей. Мы вышли, вот смотрите, с моими девочками. Ирмочка, ну выйди вперед. Ирмочка! Ирмочка, какая бозяя у меня, внучечка стала. Маленькая большая внучечка. Мари! Мари! Она купаться пошла. А вот Деми с бабулей. С мамой. Фонтан. Бабуль, фонтан. Фонтан. Да. В середине озера. Здесь возле нас зоопарк. Такие пони. Мама говорит, пойдемте скорее, воняет. Смотрите. Вонючие. А вот зебры. Вы видите, даже зебры здесь живут у нас. Мари. Ну да, и не дразни. А, я боюсь. Не бойся. Ого! Ну что ж ты дразнишь, Мари? Зубы какие! Губами, губами, Мари. Длинную травку оторви, длинную. А ну, Дэми, давай ты. Давай ты. Не бойся, вот. Ну что ж вы дразните? Вот, спасибо. Спасибо, говори. Шлапули маленькие. Не боятся. Ой! Ну, какой здесь, оказывается, огромный. Где обезьяны? Здесь, там, думаешь? Там, это обезьяны. Посмотрим на обезьянок. Зайчики, зайчики! Зайчики, мои мальчики, зайчики. Зайчики, кролики. Марри! Мы в зоопарке. Смотрите, какие красивые здесь попугайчики. Моими внучками. Мари! Смотрите, какой красивый, расцветки. Где вы взяли? Ну, сына дал. Ну, зачем ее держать? Надо было отдать кому-то. Сейчас отдадим. Московскую свинью отдать.
Носки и свинки. В зоопарке вы посмотрите, какие красивые красочные попугаи. Там дальше синие. А где свиночки? Вон там свиночки, потом еще кому-то дадим. Я хочу к ним зайти. Ну, вы смотрите на них. Какой себе, если туда зайдешь? Трус такой. Сидите. Бабулины. Друзья мои, наконец-то долгожданные хинкали. Будем кушать хинкали. Горячие хинкали. Ой, я первый раз выпила пиво разливное. За столько дней. Стоит, не знаю сколько. Хинкали лар 50 стоит. Лар 50, пиво написано 4 лари. Это где-то 30 лир. Приятного нам аппетита. В другом магазине iPhone Pro Max 14 3800. Красавчики. 14 13 Pro Max 4000. Квадраты нашла. 11 300. Бабуля, тетрады нашла. Какие тетрады? Это портфель. За возраст. Мария знает, что мне 90. Она настолько ли 90. Она всем говорит, бабуля, вы 90. Мы сейчас покушали с мамочкой. Посмотрите, какой она сделала салатик. Вкусненький. Кушаем. Знаете, что? Ее компотик. Потом скажите, что была в Батуми, не сняла мамочку. Вот скажите, ухоженная женщина, и волосики в порядке, и все. И маникюр, говорит, только сейчас уже не буду красить. Хоть сниму очки. Моя красавица. Хватит все. Да, я буду. Сладкая моя.